Северной Осетии появится оптово-распределительный центр. Министр экономического развития республики Казбек Тамаев сегодня обсудил реализацию этого проекта с исполнительным директором ассоциации Владимиром Лещуком. Центр построят в Моздоке. Для этого уже нашли два подходящих земельных участка. Это будет база для хранения и переработки картофеля, овощей и другой сельхозпродукции. В центре будет использоваться оборудование ведущих европейских производителей. Благодаря этому мощность единовременного хранения составит от 6 до 20 тысяч тонн. С реализацией проекта планируется создать и большой комплекс придорожного сервиса. Это автозаправки, кафе и стоянки. Вместе с тем увеличится количество рабочих мест и спрос на местную продукцию. По словам инвесторов, Северная Осетия, в частности Моздокский район, идеальное место для реализации этого проекта. А вот завтра мы поедем и будем смотреть ту землю, которую нам выделили. Сегодня мы хотим создать рабочую группу, которая будет работать над этим проектом. Мы хотим уже определиться с приоритетами, установить сроки. Я думаю, вот эти три дня, как мы здесь побудем, мы за эти три дня обязательно выработаем программу